О, как много. Так, хочу попробовать нормально все-таки. Я думаю, можно даже побольше сделать. Типа, почему нет? До 5 кэтиков поднять. А ну, выдержит? Да спокойно выдерживает, пожилой. Спокойно. Сейчас тему здесь выключу, чтоб не мешался. Короче, стримим сегодня с двух компьютеров, пробуем. Первая попытка была неудачной из-за того, что у меня интернет накрылся на втором компьютере, это вот этот компьютер. Это компьютер, который Антон дал, чтобы его проверить, я его, собственно, успешно проверил. И все у меня получается. Все отлично, только прикол в том, то что... Сейчас скажу, ребят, прикол в том, то что... Ну да, в принципе, я его проверил. Теперь мне с ним нечего делать, в этом прикол. И вот решил постримить с двух компов сразу. Подключил через карту захвата. На второй свой компьютер, ой, на первый свой компьютер, который черный как раз таки. Решил попробовать сейчас. У меня там Fortnite должен загружаться. Еще это, кстати, ребят, чуть-чуть неудобно иметь две мышки и две клавы на одном столе с картами захвата. Я это даже сфоткаю, ребят. Потому что это надо помнить. Чтобы натурального света добавить для фотки. Так что чуть-чуть окно открою. Вот так гораздо лучше. Так. Все, я сфоткал, отлично. Ого, сколько мне дали всего. Окей, я думаю, для стрима можно все-таки вот это спокойненько. Честно, я сейчас играл в Королевскую битву, она мне уже за одну карту надоела. И черт, кстати. Ребят, стримить звук компов на самом деле очень приятно. Типа я не ожидал настолько крутого. И кстати, надо поставить все-таки на Copyright Music. Потому что я боюсь, что все-таки меня будет не слышно на стриме. О, да! Да! Это по-нашему. Это по-нашему. Окей, что мы можем сейчас сделать? Perk Upgrade? Ой, это не то. А, у меня только один, черт возьми. Сервер Реки. Вообще не по-крутому. Окей, ребят, дайте я гляну Fortnite Database. Нет, Fortnite Database хочу. Блин, еще сегодня нету. Окей, давайте, ребят, молимся, чтобы хорошее что-то было. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Выполните три миссии как Outlander. Окей, это не тяжело, в принципе. Блин, ребят, все-таки реально удивительно то, что так получается. Типа, смотрите, только Fortnite запущен и все. А я спокойно стримлю. На компьютер идет все просто. Компьютер только вот это занимается игрой, и все. Это реально очень долго. Был бы у меня еще слабый комп, я думаю, я бы так и стримил. Особенно по пятницам. Окей, что у меня по сюжетке? Find Tropos. Thunder. Thunder 99 зона. Чего? Произошло. Так, не госдом. О, вот это, кстати, неплохо. Окей, пойдем. Если там будут люди, то вообще отлично. Не, чуваки, надо поставить что-то другое, это прям больно. О, вот это. Окей, лаунч. Я сейчас, ребят.
И здесь, ребята, я себе решил налить колу. Но что, черт возьми, это играет? Вообще какой-то прикол. Окей, возьму-ка себе геймпад, потому что играть с чего-то другого я не намерен. Потому что у меня тут полный артхаус. А, у меня еще и микрофон не подключен, точно. Так, что тут у нас происходит? Кстати, ребята, вот, посмотрите, 144 кадра. Просто все напряжение можно идти в игру. Я не представляю, как приятно было бы. Это ж, оно там 100% больше. Давай 165. Да, оно до 165 спокойно. Охренеть можно. Это на самых максимальных настройках, если что, ребят. Окей, всего лишь 3 надо. Так, кого мне там надо? Trail Posts. Окей, без проблем. Подожди. Фух, да, я за Outlander. Я просто не посмотрел. Честно, было бы обидно. Потому что тут еще и у меня есть напарник. А с напарником, ребят, честно говоря, в разы лучше. Я ощущаю себя каким-то стримером с 2016-го с такой музыкой, ребят, честно говоря. Не знаю даже, что смотрю, пост. Окей, надо будет это сейчас подобрать. Ну, их там даже два. Окей. Видимо, там все находится. Опа. Так, отлично. Мы все можем уже подобрать здесь. Главное просто пройти миссию, и все будет отлично. Ай-яй-яй. Кто-то написал, что? Что? Еще раз написал? Неужели это просто классная группа? Так, идите вы к черту, ребята. Мы можем пойти в групповой звонок, потому что у меня пара закончились, я сейчас просто упишку делать буду. Так я могу отдать в руки в любой момент, мне только нужно его собрать. Да, окей, в принципе, без проблем. Я, если что, домой уже пришел, потому что пары закончились. В итоге никакого модуля не было по физре, как я думал. Так что, если что, могу собрать и в течение часа все будет спокойно. Если что, все доделал уже, я от хуйни сейчас страдаю просто.
Ок, но я, короче, уже твой комп не буду. Только я уже буду показывать на своем компе, думаю, потому что, ну. Окей, но твой комп я уже сейчас буду запаковывать обратно, потому что, ну, честно говоря, вот мне реально сейчас нечего делать с ним. Я сейчас, короче, сделаю темку, я тебе потом скину кружочек. Я вообще супер темку сделаю для себя, по приколу сейчас. А ты потом увидишь, как я тебе скину. Короче, Антон, помимо того, что я все проверил у тебя, смотри, короче, что я сделал. Значит, твой комп, он как стриминг работает. Он как стрим... Что? Короче, он как стриминг работает, вот. А мой комп, вот этот, собственно, мой, он работает как игра. Типа, я стримлю буквально через карту захвата, вот она. Через 2 HDMI подключил. И знаешь что? FPS реально миллиард, когда вот так стримишь. Типа, так стримят все популярные стримеры, прям у которых много миллиардов долларов. А тогда. Короче, видеокарта у тебя реально добротная, если что. Вообще ноль артефактов, потому что даже у меня на моей первые полмесяца артефачило из-за того, что Nvidia кривые драйвера делает. А сейчас вообще все отлично. Короче, не знаю, как тебя не слышно, или нет, или да, но, в общем, да, я просто в автобусе еду, поэтому вас меня плохо не слышно. В общем, я просто хотел спросить по поводу того, что удалил где-то Киберпанк и Silent Hill, и установил это вот, просто, от Microsoft. Да, и если что, можешь, пожалуйста, да, уже запаковывать пока. Так, пора снова включить эту музыку. Окей, надо бы сейчас это сделать. И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в Minecraft. Я не знаю, что это за музыка, серьезно. Что это такое?
Чел реально засэмплил, как он кашляет. Я это и забыл уже. Офигеть, 10 пинга. Первое не установил, я сейчас установлю через сайт. Окей, у меня есть один сайт как раз с последним вордом от Microsoft взломанным, все нормально. Да, я понимаю. Ну, Артём, в принципе, с этим... Я понял. Артём сказал, что это уже по его части. Так, ну все, думаю, можно уже. Окей. Сейчас пойду наверх и запущу. Сыграю одну миссию, думаю, этого будет достаточно. Потому что, ну, честно говоря, мне уже нужно будет скачивать Word и собирать компьютер. Блин, не то. Ай, привык к другому. Да чё мне там опять пишут? Йоу, кстати, я же забыл. Чёрт, чёрт, чёрт. Надо помогать нашему побратому компьютеру. Так, ну чёрт, надо ещё застрелить посту будет сегодня. Так. Так, я понял. Можно какую-то взять?
Подожди, я что, энергетическим стреляю, реально? Короче, ставлю такой дробаш и... Какой пулемет? Чё она отключилась? Ладно, окей. Подожди, неужели и нет отключился? Не, не может быть. Не, все нормально. Странно. Окей. А, я понял. Оно на нем просто проигрывается. Блять, хули ты меня? Так, нужно подниматься, потому что это не дело, нужно ему помочь. Йоу, а чё вы там зависли? Это не круто. Еще 3 минутки и наконец-то все. Да черт возьми, что происходит? Я отошел буквально пару минут. Давай сюда. Йоу.
Так, ребят, ребят, ребят. Дела начинают быть плохи. Черт. А, отлично, мы все выполнили. Да, вот такой получается. Так, окей. В принципе, я все прошел, теперь можно все включать. И... Так, давай, 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 черт возьми. О, нет, нет. Так, нужно бахнуть. Все. Я считаю, можно теперь выключать это дело. Так, где мой комп? Так, Fortnite Altop 4. И компьютер тоже. Шатдаун. Вот реально очень удобно. Очень удобно. Все! Он выключился. И можно вот так дальше продолжать. Охренеть можно. Так что, ребят, буду заканчивать уже. Давайте, всем пока.